Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Каких только симуляторов у нас нет. И вот еще один такой из животного царства прям к нам прибыл. Называется Rat Simulator или симулятор крысы. Так, подожди, у нас вроде как можно русский язык здесь включить. Окей. Даже традиционно китайский добавили. Ладно, будем бегать, будем жрать. Выберите уровень сложности, конечно, средний. Будем гадить. Гадить, да, крысы очень такие мерзкие создания на самом деле, потому что и даже опасные, даже не только потому, что они могут укусить, или там, что сожрать какие-то продукты, они могут еще переносить разные заболевания. Что у нас? Подгрузка идет? Или что за... Все вообще, все просто зависло. Вот тебе и симулятор крысы. Вот он я, маленький крысеныш. Заражение 0%, еда съедена, объект уничтожен. Реально, то есть мы должны реально с вами жрать что-то и заражать. Капец, это так бесчеловечно, это очень... О, нифига, ты прыгаешь. Поднять, что мы должны сделать? Я съел, еда съедена, объект уничтожен. Какие нам объекты уничтожить нужно? Обнаружение 0%. Давай, еда. Жрать нам, смотри, вот поднять. Поднять. Нифига себе! Телекинетическая крыса! Я могу брать просто так вот, тырить куда-нибудь. Отлично. Да, ну, давай, съедим. Нажмите Q, чтобы бросить предмет. Я могу взять... Смотри, какая она вообще реактивная. Так, Q. Сила броска. Я еще бросить в кого-нибудь могу. Сейчас от человека найду какого-нибудь. Я в него запульну этим яблоком. Если бы я пришел к себе домой, я бы увидел там крысу, которая бросила бы в меня яблоком, я бы, наверное, сразу же отправился бы в психушку за консультацией. Управление, конечно, мышей вообще просто офигенское. Так, тихо, что у нас здесь? Мышь вообще только так на изи открывает разные шкафчики, бросается яблоками. Это супер мышь, она еще прыгает. Я не видел никогда, чтобы мыши так высоко прыгали. Я видел, что крысы... Ладно, будем крысами называть, все-таки у нас симулятор крысы. Что они, конечно, прыгают высоко. Я помню, как-то мы разбирали какой-то... на даче там какой-то непонятный парник или что там было. И, короче, оказалось, что там была крысиная нора. И все, вы знаете, что там потом было с этими крысами? Ой, тихо-тихо, кто-то идет. Кто там идет? Тихо, крыска, прыгай. Падай. Куда-нибудь прячься скорее. За решеточку. Так вот, и крыса вылетела оттуда. Ну, там, соответственно, были маленькие крысята. И там также был крыс-мать или крыс-отец. Я не знаю, кто это. Как мне нужно вот так открывать? Ай, вы впустите меня на кухню. Короче говоря, эта крыса прибежала. Да как? Давай прыгать вообще, как сумасшедший. Мне кажется, я должен просто взять и бросить туда. Есть! Люди могут обнаружить открытые двери или испорченные вещи. А я могу как-то их убрать? Нет, тут уже никак не получится. Ну, пошли. Подожди, я же вроде выбил стекло. А, я вазу разбил. Я не стекло выбил. Так, погоди. Ну, судя по всему, мы с вами не сможем разбить яблоко. Упс, по-моему, я только что ее сожрал. Ладно. Так, тихо, это что у нас такое? Поднять. Давай вообще. Мышек-экстрасенс. Бросай. Да ты давай наверх бросай. Слышь. Вообще прям джедай. Я не понимаю, что дальше нам нужно делать. Объекты уничтожены. А, надо уничтожить объекты. Все, понял. Все, давай, разбивай. Разбивай вазу. Давай. Да прибудет с тобой сила. Эту вазу сможешь бросить ты. Войти в столовое. Она у нас открылась или что? Ах, вот на что. Прибирает человек. Нажмите один, чтобы напасть. Напасть на человека. Нифига себе. Где человек? Покажи себя. Чё она делает? Я не понял. Вы можете бросить предметов, чтобы отвлечь. На тебе! Но ты на пользу. Недостаточно яда. Охренеть, я просто ядом его заплевал. Сейчас, погоди. Стоп. Показать тебе себя, да? На тебе! Прятаться от крысолова! Тихо! 50 секунд. Прятаться от крысолова. Где время-то? Это крысолов. А чё они так быстро прибежали? Игра вообще огонь. А, не могу выбраться. Не могу выбраться. Убегай, убегай, убегай. А, не травите, мужики. Не травите. Маленькую крыску. Еда съедена. Понятно. Короче, нам здесь... Сейчас я вам здесь всё сожру. Так, тихо, тихо, тихо. Давай. А, нет. Нет, не трави. Нифига себе. Вообще игра-то сложнючая какая. Ладно. Я-то думал, что мы просто будем с вами здесь с ума сходить, а на самом деле ничего подобного. Мы с вами будем
жрать и ломать. Мы будем людей убивать. Я не понимаю, откуда у этой крысы какая-то отрава. А что, она с собой носит пузырьки с ядом, что ли? Или как? Как вы можете это вообще объяснить? Что сейчас было такое? Тихо. Я должен это повторить. Я не успеваю за движениями этого крысенка. Тихо. Давай, крыс. Смотри. Она еще умеет ходить по стенам. Это просто потрясающе. Все, готово войти в столовую. Значит, надо напасть на человека. А как мы его можем убить? Или мы будем от него прятаться? Потому что он же крысолова сразу вызовет. Что это за звук был? Нигер какой-то пришел. Возможно, мне надо пойти отдохнуть. Давай, конечно, иди отдыхай. Я могу его отвлечь. Да и мне зачем его отвлекать? Он лох. Объелся в лох. Тихо, увидит. Ой, увидит. Так, давай. Жрем. А, есть. Он меня не видит. Что это такое было? Что за звук? Жри. Он меня увидел? Я что-то видел. Слепошары. Я у него прям под ногами бегаю. Я довольно, наверное, я устал. Да, конечно, устал. У тебя галюны уже пошли. Все, уходи. Ух, у него там спальня есть. Погоди, мне нужно разбить предметы. Тихо, это положи. Ваза. Вижу вазу. Разбил? Нифига не разбил. Давай еще. На тебе. Маленький засранец. Такой вообще зловред. Бегает вообще. Никто ничего не видит. Это вообще мое воображение. Конечно. Так, где? Нам еще что-то нужно разбить. Какую-то вазу. Так, ладно, вон я вижу вазу. Тарелку. Хватай тарелку. Бросай. Бум! Есть, я разбил. Искать еду около дома. Бросьте еду, чтобы ее отравить. То есть ее взять или бросить. Просто взять и бросить. А, мы вроде как можем куда-то сюда уйти. Что это за звук? Я что-то видел. Еда съедена. Покажи себя. Слушай, это кто? Толстый пришел или это крысоловы? Ой, я прыгаю. Обнаружение 5%. Понятно, мы на это тоже должны обращать внимание. 10 элементов еды нужно сейчас сожрать. Что это за звук был? Давай, пошли туда. Да, ты просто устал, чувак. Так, я могу взять. Я могу бросить. И она что, она отравилась? Было сказано, что она отравлена тогда. Ну, не знаю, я ее сожрал. Я и отравленную могу жрать. Так, ладно, их вроде нет. Дай мне сыр! Сыра хочу сожрать! Усман, давай. Так, давай. Еще. Бананы, морковка. Ты смотри, какие они тут вообще, прям вегетарианцы сплошные. Смотри, жердяй идет. Жердяй, но ты ничего не успеешь сделать, потому что я уже все тут сожрал почти. Отравленная еда. Как мне отравить еду? Он сказал бросить еду. Я пытался бросить еду, но она что-то не отравилась совсем. Что это, что у него там? Ты что, морковку печешь? Что на углях? Изверг! Так, вот я взял. Тихо. Меня нету. Здесь никого нету. Ни одна нормальная крыса не забралась бы сюда, в эти угли. Покажи себя. По-моему, это Обама. Может быть, в него надо бросить? Тихо. Ой, тихо. Палево. Хватай морковку. Хватай морковку, тебе говорю. 50%. Черт, он меня запалил. Паранойя, говорит, у меня началась. Как еду травить? Вот я ее бросаю. Бросил. Может быть, надо на единицу нажать? Пока я ее держу, смотри. Нет, не то! Бросить еду. Может, так, типа я ее... Может быть, я ее просто... Ой, фига, он меня долбанул дверью! Еда съедена. Подожди, я же столько еды съел! Вы что, офигели? Почему они мне засчитали только один элемент еды? Пошел ты! Никого здесь нету! Так, он говорит, что надо идти искать вокруг дома. Побежали на улицу. На улице меня вообще никто не попадет. Не найдет. Собака? Нет же собаки никакой. Так, давай-ка отсюда попьем. Давай еще покакаем сюда. А, отлично. Чтобы они все заразились. Пошли, вот здесь я вижу какую-то еду. Стамина у нас здесь есть. Подожди, поднять. Где еда?
Людишки, вы чё? Здесь не едите, что ли, в беседке ничего? А, есть. Но нам вроде как ничего не нужно уничтожать здесь. Нам нужно именно отравлять еду. Я не понял, как это делать. Мы можем посмотреть, наверное, управление. Миникарта М. Миникарта. Даже пищать можем. Р. Это пищать, миникарта М. Отрава 1. Бежать, прыгать, действие, преследовать. Преследовать. Еще и ждать. Еще и действие есть. Да вы что, нифига. Это суперский симулятор. Ну-ка, ждать. На Z. X. Преследовать. Ничего непонятно. Ладно. Смотри. Мари, я могу так. Идите сюда, людишки. Они, конечно, не понимают ничего. Миникарта. Кот. Крысиная колония. А, это крысиная колония. Это прям открытый мир у нас здесь. Серьезно, что ли? Тут такое ощущение, что реально открытый мир. Но я еще не закончил с этим домом, похоже. Или нет? Или я уже должен выбираться отсюда и идти на вольные хлеба и там что-то отравлять. Я должен понять, как у нас работает отравление еды. Без этого я не хочу даже уходить отсюда. Потому что я должен оставить здесь свой след. Вот, смотри, вот у нас лежит сыр. Сыр очень вкусный. Поднять, вот я ее поднял. Теперь ее бросил. Поднял, бросил. Бросил подальше, но не отравил. Может быть, мне нужно один раз укусить? Укусил, бросил. Нет! Она не отравляется. Еще раз. Может быть, я просто бросил. А, вот как! Как только люди найдут отравленную еду, они ее уничтожат. Невозможно вернуть еду в этой версии. Хорошо. Ну и ладно, без проблем. Я ее даже носить могу. Людишки, я принесла вам еды. Отравленный, жрите сыр. Понятно, теперь... И там было написано, что бросить надо. А что? Что это было? Что это был за звук? Бум! Я могу просто взять и пульнуть сюда яду. А, не попал. Не попал. Уходи отсюда. Смотри, какой арт. Крутейший у нас там на стене. Так, давай, стреляем. Да вот же я стрельнул. Что такое? Что тебе не нравится? Так, бросаем. А, уходи. Ничего там не видел. Не думай всякой ерунды. Давай, отвали. Очень странная семья. Какие-то мужики просто ходят, уставшиеся. И все время думают о том, что у них паранойя. Я бы, конечно, напал на тебя. Давай. Слушай. Так я же отравил еду. Почему у меня опять ноль отравленной еды? Я ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Вот яблоко. Вот я в него бросаю. Вот я в него стреляю. Что, яблоко это не еда, что ли? А, вот, отравилось. Надо вообще впритык, видимо, подходить. Давай поближе подойдем. Хлеб какой-то. Давай, отлично. Вот еще банан. Сейчас банан отравим. А, есть. Все, три отравленных еды у нас. Дальше что? Заражение 0%. Еда, а остальное надо съедать. Все, пошли. Съедать я люблю. Не успеешь, не успеешь. О, запалил. А вот банан у нас кто-то прятал здесь. Кто-то прятал банан под кроватью. Бум-б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 ум. Все, пацаны, давайте. Пацаны, давайте, оставайтесь здесь. Show yourself. Так, что у нас еще из еды? Так, яйца какие-то у нас здесь. Мыло. Что это можем? О, прям смотри, заглатывает, а. Так. Губку жрать не буду, нет. Who's there? Who's there? I'm there, I'm here. Я здесь, давай сюда уходим. What was that? В туалете еды много должно быть. Они всегда хранят, эти людишки всегда хранят еду в туалете. Давай сейчас мы сожрем. Вот, все, заразиться чумой на ближайшей мусорке, потрясающе. Это просто супер. Мне кажется, я очень сильно недооценивал эту игру. Ну, серьезно. Сыр. Отлично. Прекрасно. Сыр в ванной. Хватаем. Давай-ка бросим его. Я же могу прыгнуть с ним? Давай. Давай сейчас бросим. Тихо, возьми. Я хочу бросить его в окно и разбить героически. Не получается. Сыром окно не разобьешь. Ну ладно, тогда выбираемся. Пойдем заражаться чумой.
Игра о крысином апокалипсисе. Там куча людей. Так, ближайшая мусорка. Где у нас мини-карта? Мусорка, мусорка. А я не вижу, где мусорка у нас здесь. Ладно, я думаю, у каждого... Вот мусорка. Заразиться чумой. Есть, пожалуйста, давай. Как мне, что мне сделать нужно? Прыгнуть мне в бак нужно? Есть. Я заражаюсь чумой. Что мне делать-то надо? Как мне заразиться чумой? Пожалуйста, помогите мне. Поднять, бросить. Я прям мусором могу бросаться. Я думаю, у этих людей точно сердечный приступ будет, когда они увидят, что в них крыса бросается мусорными пакетами. О, я вижу что-то зеленое. Наверное, это и есть мусорка с чумой. Там вот какая-то собачья конура. Тихо, давай проверим. Собака здорова. Есть кто живой? Он не может туда зайти. Жаль, жаль, жаль. Вот она моя мусорочка. Чума. Есть. Что происходит? Я заражаюсь. Действие. А, мне надо туда запрыгнуть. Давай, 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 давай. Да что такое? Погоди. По-моему, она обезумела от счастья. Давай, опа. Давай. Есть. Заразить дом чумой. Мне кажется, это довольно-таки жестокая игра. Смотри, чума такая, круто, очаг. Очаги чумы. А как нам сделать ее? Как ее заразить? Дом. Вы можете сбросить чуму в корзине? Куда ее сбросить? В какой корзине? О чем ты? Осталось времени 180 секунд. Вот, что такое? Заразить, вот, все. Отлично. Ничего ты не видел? Никого там нет? Крысоловы придут сейчас, черт подери. Так, блин, он ходит здесь. Давай-ка быстро. Who's there? What's that noise? Давай. Давай, вон у нас очаг. Он меня видит, я застрял. Давай, все, иди, отдыхай, чувак. Ну, пшел отсюда. 50%. Пошел ты нафиг, так быстро сюда. Крысоловы! Крысолов. Побег. Ничего себе, смотри, он дерзкий какой, а. Ты посмотри, сколько крысоловов. Ай, бедную крыску. Прекратите. Я что-то там все равно заразил. Загрузить. Откуда мы начинаем? Да, мы начинаем с чумы. Вообще. Слушай, мы, мне кажется, вообще посвятим целую серию. Я имею в виду, серию прохождений сделаем. Этой игры. Я думаю, что у нее потенциал. Тем более, по-моему, игра в раннем доступе. У нее очень много чего есть. В рукаве. Ну, я думаю так. Я надеюсь. Мне хочется в это верить. Так. Пришел сюда, да? Да крысоловов лучше, конечно, не доводить. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Убежал. Нифига, нифига, нифига. Никого там не видишь. Есть. 13 очагов заражения. Тихо, 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 тихо. Никого нету. 80% обнаружения. Это было, конечно, очень палевно. Все, ушел. Где тут еще? Еще есть? Нет, все, здесь больше нет. Очаги должны быть в другом месте. Who's that noise? Здорово, по-моему, там другой чувак уже пришел. Придурки. Пошли сюда. Кто здесь? Кто здесь? Никто. Крыса в пальто. Ай, уходи. Давай зажрем. Есть, поели. 5 очагов заражения из 13. Они же не могут их никак останавливать, эти очаги. Время, так сказать, у нас осталось всего 2 минуты. Так, все, здесь, по-моему, больше ничего нет. Это не такая простая задача на самом-то деле. Так, давай, запрыгивай. Давай, 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 давай. Управление вообще здесь такое, немножечко на грани фола. Тихо, 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 никого там нет. Блин, он меня палит! Он меня запалил! Капец! Так, ладно, валим. Давай, крысина, беги! Пожалуйста, 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 беги, 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 беги. Они ее траванули, смотри, жестко причем. 8, у нас осталось еще 5 штук. Гача, попал! Они меня ловят, 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 заражай, 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 беги, 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 беги. Нифига, никого ты тут не видишь! Нет! Черт! Какой-то качок пришел, смотри, в трениках. Ладно, да пошел ты, мне нужно быстро заражать все. Ай, ай-яй-яй, палево, палево, палево! Черт, смотри, он прямо на меня смотрит. Здесь очаг. Очень хороший очаг заражения. Есть. Красно. Красно, аккуратно, осторожно. Давай, запрыгивай, запрыгивай, запрыгивай туда. Да что ж такое-то? Давай, вот. Молодец, молодец, прекрасненько. Уходим, 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 уходим.
Опа! Закрывай дверь. Закрой дверь! Есть, прекрасно. Он меня не увидит, я надеюсь. Так, заражаем. А-а-а! Уходим. Тихо. Никого здесь нету. Пошел ты нафиг. Ты никого не видишь, тебе мерещится. Тупой качок. Смотри, я вроде как могу подпрыгнуть и заразить. Может быть, я могу прыгнуть на эту кружку и с нее заразить. Давай, вали уже. Дай мне работать спокойно. Вот слушай, какой настойчивый. Так, ладно, валим отсюда. Черт, уходим. Блин, они меня палят. Вали отсюда, чувак. Нифига, там никого не было. То есть он прям стоял, смотрел на меня. Потом просто понял, что это галлюцинация. Давай. Мы просто пробегаем мимо. Крысолов, ну как он там из окна появился-то, а? Ну как он из окна там появился-то? У меня осталось 25 секунд, и еще 2 очага нужно, но крысоловы появились. Я не успею, я просто не успею. 20 секунд. Просто можно, конечно, рискнуть. Смотри, сколько их там бегает. Побежали. Пан или пропал? Давай. Заражай, ёшкин дрын, заражай ты! Не успел. Последняя зона у нас осталась 70 секунд. Где ты ее найти-то, ёшкин дрын? Мне кажется, в ванну надо бежать. Ванна, она иногда у меня не открывается, просто тупо не открывается. Тихо, я манал. Последняя, заражаем. Есть! Вы можете нажать R, чтобы отвлечь людей от вашего местоположения. Я не могу здесь. Я не могу пройти! Валим. Что делать-то? Спасти крысу в гараже и отнести ее на мусорку. Крыса, я бегу к тебе, подожди, где тебя найти? Главное выжить. Офигеть, людей все больше и больше с каждым разом. Это вообще нереально становится. Где гараж у нас? Слышь, подонок, лежать, я сказал. Вот гараж. Где крыса в гараже? Крыса в гараже, где ты? Вот она, крыса в гараже. Мертвая, что ли? Капец, спасти крысу. Что это вообще такое? Кто мне объяснит? Я умираю. Держись, мой маленький друг. Куда ее? На мусорку надо унести. Давай, побежали. Тихо. Я не могу, кстати, быстро бегать. На, лови траву. Я причем прыгать. Могу прыгать. У меня очень быстро кончается стамина. На помойку-то на какую нам? Вот сюда ее надо унести? На мусорку? Вот мусорка. Или обычное мусорное ведро. Давай, наверное, сюда, потому что она сейчас сюда попадет. Она как соприкоснется с инфекцией чумы и сразу воспрянет духом. Тихо. Есть! Показать крысиную колонию удалось спасти. Улучшение. Ха-ха-ха, мы можем РПГшечка прокачиваем. Отрава, выносливость, сила, скорость, прыжок. Вот скорость мне не нужна, вот выносливость нам нужна. Недостаточно баллы. Кого? Общая стоимость 0 баллы. И чё? Да иди ты. Так, отрава, выносливость. Давай-ка выносливость сделать побольше. Сила мне нафиг не нужна. Скорость, прыжок. Позволяй крыше дважды подпрыгнуть. Доступно баллов, почему? Вот, нормально все, 1. И скорость. 1, давай, так, сколько получается? 2, 3 и 2, все, улучшить. Недостаточно. Какой недостаточно баллы, о чем ты вообще говоришь таком? Какая-то фигня. Такое ощущение, что вот я могу. Я даже одну не могу сделать. Общая стоимость, пошли вы, короче. Все, завершить. Спасти крысу. Подожди, так... Заразите новые дома, нажмите M для поиска новых домов в окрестностях. Ух ты ж, сколько здесь домов, а я нахожусь вот здесь. Крысиная колония, понятно, этот дом заражен. Осталось еще, обалдеть, здесь 6, и здесь 8 домов еще осталось. Действия какие-то, видимо, действия. Нам нужно будет заражаться и бежать туда, понятно. Короче, суть всей игры сводится как раз к тому, чтобы просто заражаться и заражать других. Вот, 10 баллов нам доступно, но нам, опять же, прокачаться нам не дали, собаки. Действие, что за действие? Вот я с действия нажимаю Е. Что происходит? Сейчас, может быть, мой... О, нет, смотри-ка, вот что-то могу. Доступно баллов... общая стоимость, понятно. А траву увеличить, это уже стоит столько. Понятно, выносливость 10 баллов. Ну, понятно, я думал, так все просто будет. Бешеные деньги стоит все это.
Ладно, вот так мы улучшаем. Прокачать крысу! Прокачать крысу! Конечно, прокачать! Все, поехали. Действие. Как мне заразиться теперь? Я хочу заразиться. Ладно, пошли и посмотрим, что у нас там за новый дом есть какой-то. Вот еще один дом. Привет. Действие. Какие действия я могу сделать? Я могу здесь заразиться, но здесь вроде как зеленой вот этой штуки нет. Видимо, надо искать какую-то другую помойку страшную. А где вонючая помойка еще одна? Так, карта моя. Карта. Крысиная колония. Ну пошли, вот пойдем туда сейчас. Проверим, он жердяй какой-то бежит. Сейчас я его, подожди, я его пузырьком с отравой-то сейчас блюну в него. А ну иди сюда, жердяй, решила пробежечкой заняться. На тебе, держи! Траванись крыситом. Вот, вроде как еще одна колония, но там похоже, что нет. Нажмите N для поиска новых домов. Ну вот я нашел эти новые дома. Руководство по мини-картам. Потрясающе. Игра вообще просто, она, знаете, настолько продумана. Вот я смотри. Е нажимаю, ничего не происходит. То есть я, по идее, здесь должен заразиться. Какой-то баг, видимо. Ладно, в любом случае, спасибо большое, что смотрели. Если игрушка вам понравилась, то обязательно ставьте лайк, потому что игра вроде как бы простенькая, но на самом деле с душой. Я даже помыться могу. О, после жаркого трудового дня, после чумы, которую я перенесла. Как хорошо мне здесь, на фонтанчике. Здесь и серию и закончим. Подписывайтесь на мой канал, добавляйте друзья ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме. Подписывайтесь на мой живой канал, который называется Ади Кешева. Ссылка на него есть в описании. И увидимся с вами в следующем видео. И как только обновления будут выходить в симуляторе крысы, наверное, мы с вами будем играть. Ну, что-то, наверное, здесь исправят, добавят, улучшат и облагородят. С вами я прощаюсь до следующей серии. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду на угли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду на угли, а ты подпишись.